Всем-всем огромный привет! Я сегодня попала в Fix Price и хочу показать вам, что же купила я в этом магазине. В этот раз я на привоз не попала, поэтому смотрела то, что у нас было выложено на данный момент. Сразу взяла чай Лисму, я всегда за ним иду. Но в этот раз чай был не только такой, который меня заинтересовал. Повторно я взяла ТЭС. Это чай черный с чабрецой и цедрой лимона. Если Лисма по 25 рублей, одна пачка, там 25 пакетов, то ТЭС стоит 50 рублей. Здесь, по-моему, тоже 25 пакетов, да, 25 пакетиков. А, ну вот, здесь написано. Очень он вкусный, у меня муж уже не первый раз его просит, и берем. И в обычном магазине, если я его встречаю, я его беру. Для меня новинкой оказался еще один ТЭС. Тут уже 20 пакетиков. Он идет такими треугольными пирамидками с ароматом и кусочками карамели. Было два вида такого чая, но второй был с грейпфрутом. Ну, что-то меня не очень заинтересовало. И не только грейпфрут, там, по-моему, цветы гибискуса. Ну, в общем, красный он, так я поняла. Я взяла этот. Муж уже попробовал, говорит, очень вкусный. И в нем, сейчас я вам покажу, видно, что наполнение, там есть кусочки. Вот этот вкусный, понравился. Так что будем брать. Вот он 55 рублей стоил. Если я ничего не путаю, то этот чай 55. Из съедобного снова я взяла макаронки, вот это паста коллекшн. Я не буду их в экране оставлять. Я просто показать. Для меня новинкой оказались вот такие конфеты мюзикл. Что они из себя еще представляют, еще не пробовали, не знаю. Но написано сливочная нуга. Конфеты глазированные, сливочная нуга. У меня семья любит нугу. И поэтому я взяла. Долго шуршать тоже не буду. Давайте я их вот сюда положу, пусть будут. Ну и все, что нашла на витрине, снова взяла вот эти вот батончики для стройности. Все время я их когда беру, мне смешно. Говорю, из серии, да, чтобы такое съесть, чтобы похудеть. Но на самом деле я люблю очень с чаем. Именно чай с чабрецом и батончики мюсли очень для меня вкусно. Эти батончики по 12,50. У девчонок я видела вот такие новинки с апельсином, с ароматом апельсина для тонуса. Но у нас вот он был один. Вообще, вот все, что я увидела на витрине, я взяла вот их, тут штук 6 примерно. Из совсем не полезного по 25 рублей вот такую пепси взяли. Написано тут низкокалорийный, ароматизированный. Но это совсем не полезно, но я все равно покажу, потому что купить купили. Поэтому в покупках он тоже будет фигурировать. Салфетки. Вот такие бытовые салфетки беру постоянно. Очень удобно ими убираться. Вся пыль стирается прямо на раз. И никаких разводов действительно не остается. Очень удобный тут доступ к салфеткам. Аромат очень приятный. Мой любимый цитрусовый. И действительно поверхность блестит. Уже сюда с уголка это все буду складывать. И вторую взяла пачку. Это уже, если в том для уборки 80 штучек. Нет, не 80, 72. 72 штуки, 50 рублей. То вот в такой пачке 60 влажных салфеток. И они стоят 25 рублей. Но это уже для кожи. Сохраняет естественный баланс кожи, гипоаллергенные. Эти у меня салфетки лежат тоже всегда около рабочего стола. Они мне нужны, если надо быстро руки вытереть. Я много работаю руками. И краска бывает, и клей ПВА, например, бывает в работе. Нужно быстро руки в порядок привести, и тогда вот в помощь идут эти салфетки. Так, они по 25 рублей, я уже сказала. Далее. Взяла себе вот такую пленку. Здесь в этой пленке 45 на 100 метров.
на 100 сантиметров. В общем, 1 метр на 45 сантиметров ширина. Мне этот метр нужен обклеить деревянную поверхность. Хочу для роликов использовать вот такой фон немножко, ну, чтобы на столе был фон вот такой нейтральный, серенький. Попробую, чтобы немножко разнообразить поверхность, на которой я снимаю. Повторная покупка. Это вот такой очень симпатичный ежедневник. Он стоит 99 рублей. Этот ежедневник я взяла в подарок. Тут выбитые такие одуванчики. Очень приятные, красивые. Как бы вот видно, да, они такие как выбитые. Идет ежедневник с закладочкой. Он в полоску. Открывать не буду, потому что нарушается тогда вот эта вот этикетка, и подарок будет неинтересным. Вот. Там разлинованы в линейку, в общем, страницы, и вверху есть место для даты. 99 рублей. Еще по 99 рублей я взяла форму. Вот такая форма была силиконовая, она была разноцветная, яркие такие цвета. Я себе взяла такую, давно искала, наконец-то нашла, в нашем фикс-прайсе не было, вот завезли. Классная форма, вот такие вот цветы розочки. Понравилось. Из интересного взял себе, у меня ребенок, вот такую ручку стилус. Она очень симпатичная. Вот, видите, какая? И смотрите, сколько функций. Во-первых, это ручка шариковая, пишет. Это стилусом работает по экранам сенсорным. Она является подставкой под телефон. В ней есть фонарик. И еще очистку экрана можно производить. Потому что вот здесь вот есть такая поверхность специальная. Вот такая универсальная, интересная ручка. Ребенок у меня обрадовался. Ну, мальчику для счастья больше вот и не надо. Но интересная, на самом деле интересная. Он у меня стоит, ждет, говорит, мам, снимай первый фикс-прайс. Так, и еще одна покупка была. Это я взяла вот такие полочки. Их две штуки идут в наборе. Между ними зажаты ножки. По 55 рублей. Выглядеть должно все вот так. Я взяла две штуки, одну сложила и хочу обратить на нее внимание. Ну, во-первых, очень удобно, что есть тут выемка для передней части, чтобы как бы повыше тут с бортиками, а здесь так. Она у меня без ножек, потому что в этой паре оказалось всего три ножки. Поэтому, если вы будете брать себе, обратите внимание, там донышко просвечивает, но я могу свою и так поставить. Но, тем не менее, вот на этом покажу. Считайте, чтобы ножек было достаточно. Вот здесь я вижу, что их все-таки 4 и 4 больших. Ну и также должно быть 4 вот эти вот кнопочки, которые идут сверху. Но для меня вот это оказалось не критично, потому что я полки взяла, хочу сделать их повыше. В общем, не из двух, а из четырех. Поэтому ножки мне как раз пригодятся вот из второго комплекта. А эти будут лишние, ненужные. Ну, вот такая вот полка. По-моему, очень симпатичная. И когда она будет стоять домиком в ванной комнате, это будет очень удобно. Вот эта поверхность, она прогибается, но нужно приложить усилия. Что-то легкое на нее класть очень даже удобно. Высокие пузырьки. Не получится, конечно, но что-то не очень тяжелое вполне для ванной комнаты сгодится. В общем, вот такой вот вот такая полочка интересная. Все, на этом были все мои покупки. Цены вроде бы все озвучила. Две покупки всего были по 99 рублей. Это формочка и блокнот. Все такое салатово-зеленое. Спасибо огромное всем за внимание. Надеюсь, мой обзор был интересным, полезным кому-то. Всем до новых встреч и всем пока!
Решила я собрать вот эту полочку, что у меня получилось показать, потому что все-таки из двух комплектов я собирала. Осталось у меня, получается, как бы вот такая деталь. Можно использовать в виде подноса в ванной рядом поставить. И будет тоже неплохо смотреться, что такая полочка красивая. И рядом лежит похожего плана подносик. Если бы, конечно, ножек было достаточно, то этот подносик мог быть на ножках и смотрелся бы более красиво. Он бы уже стоял как самостоятельная часть. А вообще у меня по задумке было, я хотела вот так, чтобы было. Вот, то есть еще одна полочка сверху. Было бы намного красивее. Сейчас я чуть-чуть еще отъеду, чтобы вам было видно. Вот, вот так вот было по моим задумкам. Но не страшно. Получается, будет так. Очень вполне симпатично. И в ванной комнате будет, конечно, украшением. Можно оставить было двумя вот такими полками, как здесь изображено. Но мне хотелось именно вот этажерку, высокую этажерку. За 100 рублей вполне симпатичная получается такая этажерка. Плюс дополнительный еще вот такой вот подносик. Поэтому будьте внимательны, смотрите комплектацию, чтобы вот таких вот казусов у вас тоже не оказалось. А покупки все-таки радовали и были в полном составе куплены. Теперь уже точно все. Со всеми прощаюсь. Спасибо за внимание. Всем пока.